Аркаша понял, что в прятки уже никто не играет, когда к нему в яму заглянула поисковая группа. Глава Торы Насо заканчивается словами. Когда Моше входил в шатер откровения, чтобы говорить с Господом, он слышал голос, звучавший между двумя херувимами над крышкой на ковчеге Завета. Оттуда говорил с ним Господь. Определенный артикль, так сказать, украшающий слово «голос» в тексте оригинала, указывает, как объясняют мудрецы Талмуда, на то, что в святилище звучал тот же громогласный голос Бога, что и на горе Синай во время дарования Торы. Есть, правда, нюанс. Во время Синайского откровения голос Божий, не отражаясь эхом, распространялся повсеместно, проникая даже не в уши, а прямо в сознание людей. Тот же голос, звучавший в шатре откровения, будучи, так сказать, той же громкости, за пределы шатра, тем не менее, не проникал. Этот кажущийся отличием или даже противоречием нюанс на самом деле выражает одну идею – сокрытие божественности, временное и пространственное, так сказать. В первом случае – с определенного момента времени, по окончании откровения, во втором – вовне определенной зоны пространства, за пределами святилища. При даровании Торы раскрытие божественной истины было настолько полным, что это совершенно лишило евреев свободы выбора, но лишь на время. Потом ощущение абсолютной достоверности, необходимое для начала отношений, сменилось сокрытием. Всевышний как бы спрятал себя, раскрываясь лишь в заповедной зоне храма. А с разрушением храма, увы, сокрытие еще более усугубилось. Но неспроста, а потому что Всевышний хочет, чтобы мы действовали не как роботы, а с ощущением самостоятельности принимаемых решений. Подобно мудрому родителю, который, дав знание ребенку, позволяет ему взрослеть, не стоит над душой, не смотрит через плечо, не дышит, так сказать, в темечко, а отходит. Давай теперь сам. Чувствовать постоянное присутствие Бога рядом – это великий дар. Но если это чувство на время вдруг уходит, то совсем не обязательно, что это свидетельствует о его гневе или недовольстве. Это может свидетельствовать о его доверии. Если Творец себя скрывает, то это для того, чтобы дать человеку шанс раскрыть в себе собственные силы. Попробуй сам.